5 быстрый отрыв. Нет, 3-3 получается атака. С поддержкой защитника. Здорово! И добивание! Не находится здесь четвертого. Кохлачев, бросок! Гол! Александр Кохлачев! У меня такое впечатление, что народу прибавилось. Спартаковский Александр Кохлачев, который выехал-то за океан и был выбран в свое время Бостоном. Сейчас вернулся домой и играет за Спартак. Здорово попадает он. Не успевает Ежов выставить щиток. 0-2.